Добрий день, з вами канал Сварог Агро і Ми зараз знаходимося буквально перед уборкою зимої пшениці, яку ми будемо вам рекомендувати, це Ліга Одеська. І Більш детальніше хотілося її перед самою уборкою вже в полі роздивитися. Зараз нам Любов Геннадівна коротко розкаже про її преимущества і перспективні. для засухи, как можно сказать, краще в стороны этой пшеницы. Значит, ну, сначала лирическое отступление, э, скажем, э, чем мы занимаемся, в принципе. Есть такие понятия, сорта сортосмена, сорта смена, да, э, иногда, ну, как бы путают немножечко эти понятия. Сорта смена ⁇ это когда на смену одного сорта приходит другой, сорта обновления это когда э, каждый раз один и тот же сорт, но он обновляется, он все время идет в системе размножения от высоких репродукций более низким. Значит, последние четыре года степная перешла на немножечко другую форму работы с институтами системы Украинской Академии Аграрных Наук. Нам доверяют, они за много лет уже поняли, что здесь относятся к семеноводству серьезно, поэтому мы сейчас закупаем питомники размножения к размножения першего уроку то есть э, в испытании они отбирают колоски в науке размножают p1 p2 как по старому этому а r1 они уже реализовывают нам и мы э, выращиваем r2 для себя выращиваем супер элиту и потом только элиту реализуем э, ну для потребителей да и вот имея возможность в малых партиях э, дополнительно еще провести сорта прочистки. Ходит бригада обязательно, очень тщательно все вычищает. И теперь вы видите результат. Пшеница однородна. Пшеница по всем параметрам с большими преимуществами, с большим запасом латитуды проходит и на суперэлиту, и на элиту. Тут не 99,9, а тут 99,99. ,99, да? То есть она очень, сортовые качества очень, очень приличные. Как это достигается современным оборудованием, заводами, четким и жестким контролем на всех уровнях выращивается сортов? Значит, сейчас тенденция в связи с тем, что большие, очень у нас жесткие условия, засушливающие условия, лимитирующий фактор однозначно это влага. Поэтому сорта отбираем менее высокорослые для того, чтобы небольшое количество шло воды на солому, а больше оставалось на генеративные органы. Значит, и вы видите, что сорта стали более низкорослые но в степи нельзя идти на карлики, потому что когда очень жесткие условия, может быть настолько низко, что комбайн не сможет взять и будут потери. Поэтому вот я считаю, что это как раз золотая середина. сейчас вы так сколько бачите, визуально бы можно сказать сантиметров здесь восемьдесят или меньше? Тут наверное даже чуть меньше. Я думаю, что здесь где-то сантиметров семьдесят может 70. Ну да, она типично да, ровно. Да, да она что. ровненькая, она выровненная. То есть сорта отселектированы, сорта отработаны. Э, тут вообще никаких претензий со стороны инспектора, со стороны всех. Значит, э, чистота хорошая. Заводы современные, э, контроль качества э, очень жесткий. Вот стоят уже машины, сейчас подходят комбайны, но ни один комбайн не, в поди, не входит в поле без агронома. И агроном здесь находится от начала до конца. Каждые машины контролируются, то есть все четко ну, там... в вологу уже проверяла и конечно конечно да? Конечно. Да? Да. Да. конечно влажность на уровне 12 ну то есть начинают косить где-то может быть 13 там значит вот с утра вот почему вот смотрите время уже вроде бы не косят потому что с утра она все-таки влажнее к вечеру э, эта разница может быть и в процентов 3 Поэтому очень рано не выезжают. Лучше они доработают часов до 10 вечера, пока влажность. Потому что семена с влажностью здесь шутить нельзя. Если в товарном производстве там ну, даже будет 15% там большой беды не будет, да, увезли на элеватор и все хорошо, но там перемешалось и все, то э, в семеноводстве э, 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 это не мелочь. Это то, на что надо обязательно э, внимание обращать. Поэтому вы видите, что уже время, а вроде бы и солнышко, и все, но комбайн. Пока в поле нет, потому что влажность расскажите, должна быть. Расскажите про агрофон и попередник, и Лиги Одесской. Это у вас получается элита? В поле? Это элита, да. Ага, репродукция расскажите. уборки элита, репродукция посева супер элита, репродукция уборки элита. Ага. Что касается и агрофона, и э, предшественников к сожалению, сейчас в степи ушли, ушел горох, практически его очень мало, потому что урожайность низкая. Э, главное, почему ушли ранее яровые? и они сейчас очень мало используются. У нас последние годы нет весны. Им нужна для яровизации умеренная температура, для того, чтобы они вторичную корневую систему, для того, чтобы они раскустились, им нужны умеренные температуры. А у нас, к сожалению, сейчас вчера зима, сегодня уже лето и жарко, и нет вот этого времени значит, возвратов и так далее, и поэтому яровые, к сожалению, не очень удаются. Они не развивают вторичную корневую систему, на первичных корешках это тонна, ну, Полторы это очень много счастья нужно. Поэтому они перестали быть интересны экономически. И поэтому сократилось количество, э, скажем, э, культур, которые можно здесь выращивать. И как правило, это так: это пшеница, кукуруза, подсолнечник. И кукурузы даже то мало уже сейчас, да. Но здесь степная здесь семеноводство, здесь кукуруза есть. Мы проезжали с вами, мы сейчас видели два больших поля, э, значит, участки гибридизации. То есть здесь практически трехполка. Здесь пшеница размещается либо по кукурузе, либо по подсолнечнику. То есть не самые лучшие предшественники, ну, да. но по-другому. Но здесь, скажем так, началась уже в течение уже, наверное, сегодня в этом году шестой год, значит, началась интенсивная работа по э, накоплению, по, водоудержанию, по, водо по водонакоплению, по водосбережению. Да? То есть растительные остатки оставляются на поверхности поля, э, закупленный измельчитель растительных остатков, который измельчает и равномерно распределяет по поверхности поля, и вся обработка э, рассчитана на сохранение растительных остатков на поверхности поля. Это изменение цвета поверхности, вы знаете, со светлой поверхности она меньше нагревается, меньше испаряния, значит, это первое второе поле нужно держать ровным как стол не было чтобы никаких этих и отсутствие вспашки не уже не каждый год уже прошли поначалу было каждый год потому что э, очень сложно было пройти до 40 сантиметров глубокое рыхление на 60 сантиметров